Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, 100 тысяч забираем здесь, и за 8 забираем. Так, награда это за рейд. Так, ну что, сегодня я хочу, ребята, допройти задание за кого? За Красного Омегу. Так, тут у нас сообщение, теория хаоса. Шестой удар, заканчивается красная пелена, радиационная физиология, доступен новый блок. Так, заберем награды. Окей. Ну, само собой, пантеры у нас пойдут на распетрушивание. То есть мы будем эти карточки излишне уничтожать. Так, закрывай. Здесь что у нас? В налетах. Так, что-то новенькое по налетам у нас, я смотрю, да? Разборки. Что за награды у нас идут? А награды? Да ничего такие награды. Ничего хорошего я имею в виду, вот в этом плане. Так, ну, спутник меча нам надо еще как-то допройти. Как-то. Но здесь мы явно ничего не сможем сделать. И сейчас нас тут разбомбят. И единственное, что можно... попытаться, знаешь, чем пройти? Вот эту вот команду. Не знаю, ребят, получится ли этой команде одолеть. Да что ты делаешь там? Не знаю, давай посмотрим. Но мне почему-то кажется, что вряд ли. Подожди, не понял. На восстановление? А кто у меня на восстановление здесь? Блин. Кейш, какой-то лешего сюда всунулся. Давай вот так вот. В бой. Просто посмотрим. Но ты прикинь, они вообще, ребята, 106 уровень против почти 200-х. И они выносят. Это читы. Читы, ребят. Ну, просто не может такого быть. Просто, ребят, по приори такого быть не может, чтобы они... Я сейчас буду в шоке, если сейчас они разнесут вот этот, у которого за 200 отряд. Нет, здесь они наложили в штанишки, как ты видишь. Но мне-то от этого не легче. Мне-то от этого не легче, потому что, ребята, мне поставить больше некого. Но есть только Капитан Америку, плюс... Не надо... Но это... Это несерьезно, ребят. Эту команду они разбомбят. Я больше чем уверен, сейчас посмотришь. Они порвут ее в хлам. На 7-м этаже-то. Хотя тут... Нет, смотри-ка. Даже награду, ребят, получили какую-то. Спасибо большое. Дай-ка гляну, что там у нас на следующем этаже идет. А тут за сотку. Ладно, фиг с ним. Так, давай, наверное, здесь тогда быстренько. Ну, прям моментально пробежимся. Всю эту энергию потратим. У нас радиационная физиология там что-то идет. Это что-то новенькое, ребят. Я не знаю, кто там будет даваться. Мне кажется, кто-то, наверное, из Халков. А опять же, чисто по интуиции, ребят. Так, ага, 800, еще 200, да, осталось нам? Это только до первой физиологии. И вот то, что пелена заканчивается, ребята, это плохо на самом деле, потому что я хотел получить все-таки гоблина за это событие, но, видимо, не судьба. Потому что у меня будет всего лишь 95. Так, один этап завершен, физиология вот эта вот. Давай дальше. Ну там уже 3000 надо. Естественно, 3000 и фиг мне кто даст. Нет, если бы было у меня энергия этой тьма тьмущая, то, конечно, бы мы прошли бы дальше бы. А так, все. Пошел я забирать свои 18 наград. Все. Так, теперь мне интересно, что у нас. Ну, это понятно, это мы разбираем. Мне вот интересно здесь вот посмотреть. Так, в сферах. Есть.
Одну сферу ребята получили. Ну, сколько нам дадут рыцаря? 10. А чё не 50-то, всего 10? Или сотку? Зажали, да? Зажали. 5. Дают, короче, по самому минимальному, ребята. Так, ну Локи нам не нужен. Шокер тоже нам не нужен, потому что это все у нас есть. Это все, ребята, будет разбираться. Давай здесь глянем. Стрэндж тоже не нужен. Кроссбонс тоже не нужен. Короче, просто впустую все. Просто все впустую. Так, у нас припасы, кстати, да, нам надо купить припасы. С деньгами все очень плохо. Поэтому особо здесь не буду. Да что такое, что с горлом-то? Опять заболело. Давай здесь попробуем что-нибудь путевое достать. Мэри Хилл, да, по-моему, или как ее там звать? Да ядрен матрен, но... Из трех только одна, более-менее полезная, остальные все на разборку идут. Здесь что у нас? Плащ. Не надо. Шинкартер. Я, наверное, возьму вот этого парня и все. 2500 осталось. Дальше у нас не хватает. Ну, а тут, естественно, сферы на шмотки, ребят. 25. Так, тут, как всегда, все мало. Секунду, в припасы. Забираем тут. И забираем тут. В принципе, больше мне пока здесь ничего и не надо. По звездам все фигово. Здесь... Вот здесь можно, ребят, вот эти купить. Зеленые Иза. На них, так сказать, потратиться. А синие уже, по-моему... Да, синие нам не хватит, потому что там... Всего лишь 131 тысяча. А они стоят по 20-ки каждая. Поэтому мы здесь как бы... Не будем тратиться. Так, здесь содержит кристаллы. Давай на Иза. Так. И здесь тоже, ребята... По-моему, все, да, все. Тут у нас 1766. Так, здесь, значит, мы собрали. Теперь что у нас дальше идет, ребят? Давай посмотрим, что у нас тут в этапах. Рыцарь, друзья мои, тут будет выдаваться рыцарь. То есть я не успел. На гоблина, к сожалению, мне не хватает там 15 буквально карточек. А, у гоблина еще... Не, ну это не та пелена уже. Это уже не та пелена, друзья. А вот здесь что? Отравь гамму в налет. Серьезно, такую фуфляндию. Такую фуфляндию вы здесь предлагаете. Вот серьезно тебе говорю. Ну и события, ребят. Самое дерьмовое событие, самое дешевое, я бы сказал бы даже. От него толку ноль. Просто ноль. Так, ну что, пойдем тогда на испытание. Сейчас я здесь все испытания соберу. Кстати, надо вот здесь вот глянуть. А, уровень отряда 90. Это кого мы можем взять, да? Ну, понятно. Пропускаем. Так, здесь. Тут 75. Тут, кстати, можно, ребят, попробовать пройти дальше. Давай-ка я, наверное, так и сделаю. В бой. Вот он, наш якобы отряд. Можно попробовать, ребят, пройти. Сейчас попробую. Если мы пройдем, соответственно, награды будут лучше. Ну и выгоднее будет фармить. Уровень трайда 75. У нас, в принципе, все подходят под эту статью. Единственное, что по мощам вытянем мы. Вот что меня больше интересует. Сейчас будем смотреть. Ну давай, давай, 99%. Ну. Так-с. 12 противников.
Начнем с этого Венома. Мы его вырубили. Так, подожди, что-то слишком как-то большая скорость. Давай-ка прыгнем. Так, иммунка. Иммунка нам здесь помогла. Так же, как и сопротивление, ребят. Ну, поехали. Так, Веном отрубился, ребят. Но это их тут еще трое. Усилим команду. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вот плохо. Вот это вот плохо, двойник этот. Они все с провокациями, ребят. И нам придется сейчас просто их всех разбирать. Ладно, гаденыши, сейчас что-нибудь подумаем. Все, ты доволен? Блин, еще и кроссбонс тут со своей провокацией. Ладно, погнали. Вспышку по земле. А двойники выжили? Наплодил ты, посмотри. Все заполонил, просто, ребята, все заполонил. Поехали. Шаттер, как вы там, шаттер, матер, блин. Достал уже. Они кого-то мне подбили или мне показалось? Раз, два, три, четыре. Не, по-моему, все целые у нас. Да что ж такое-то? Но он сейчас все равно плодить будет. А, вот тут еще кто. Вот этого гаденыша надо убирать. Это пятерка, это последняя, ребят, пятерка. Так, давай тогда барона вырубим. Блин, она была двойника, конечно. Потому что иначе сейчас он тут все заполонит опять. Сливчик, ты достал. Ну, начинается, короче. Давай, поехали. Давай-ка мы, наверное, вон туда. А, у него же провокация. Вот здесь сюда начнем. А как он... Да ты заколебал. У него каждый двойник, блин, с провокацией идет. Меня вот это раздражает. Посмотри, как он накапливает энергию. У него еще плюс барьеры здесь. Гоблин, ты держись, главное, у меня. Прекрасно. Ну вот и все. Давай, 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 добиваем. Друзья мои, мы прошли это на 3 звезды. И говорит о том, что мы с тобой сможем фармить этот этап. А вот дальше, а дальше, скорее всего, там понадобится намного круче, ребятушки. Хотя можно и глянуть. Но если тот же самый отряд дадут, то, скорее всего, не справлюсь. Ну-ка, кто тут? Тот же самый отряд, друзья мои. Хотя... Не, ну я могу попробовать, ребят. Как бы хуже не будет. Давай рискнем. Есть тут гоблин, ребята, очень мало здоровья остается у него. Его там-то практически разобрали.
А здесь, а провокация у нас имеет только два персонажа. Это Кейдж и Капитан Америка. А они, естественно, с массовыми атаками. Там Счастливчик массовая атака. Кто у них там еще? Да, дофига их всех там с массовыми атаками. А плюс этот двойник. Так. Ё-моё. И она сразу берет провокацию. Посмотри на нее, а. Феникс-то. Тринадцать противников войны. И морда тут. Ну, естественно, Грут, как же тут без него-то? Контратаку-то делай. Это кто тебе так? Понятно. Вырубили мы его. Так, ну теперь бы, по идее, ребята, вот этого надо грохнуть морду. И Грута. Хотя бы потому, чтобы он не хилял здесь больше. А у него иммунитет есть. Так, Феникс, ребята, имеет возможность. О, Серси тут. Феникс, она у нас перерождается. Поэтому ее пока трогать не надо. Вот Серси, да. Ну вот, 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 о чем я тебе и говорил. Хана гоблину, да? Еще Карнейдж тут выпендривается. Давай попробуем крик вальнуть. Блин, надо Серси... О, все, ребята, гоблина убрали. К сожалению. Еще и провокации тут целую кучу взяли. Она возродится сейчас. Она возродится. Да, Колоса даже не можем завалить. Слабовато, ребят, команда у меня. Ну что ты там? Блин, Колоса фиг пробьешь. Смотри, какой, блин, а, гад. Так, ну ты видишь, что в нашем отряде еще меньше стало бойцов. Сейчас их, и сейчас их Халка уничтожат. Самодовольный Колос, а? Но самая пакость — это Серси. Она самая пакостливая здесь из всех.
Хана Халку, да? Да он заколебал, а? Колос, ты достал уже, блин, в корень. Все, завалили мы его. Это последний. Раз, два, три, четыре, пять. Да, это последний. Две Серси, зашибись. Надо же, грохнули, блин. Этот же у нас, по-моему, возвращает к жизни. Тут, смотри, у них бафер, блин, еще Шури. Ее, кстати, тоже надо валить. И этот бафер, блин, ну он не бафер, он больше как бы хилер. Но вот Шури надо бомбить. Серси, слушай, вали отсюда нахер, а? Понятно, короче. Все, распетруша сейчас. Хиллер, блин. О, все, ребят. Капитан, к сожалению, один тут не справится. У него одна нищенская атака. Бомжовская, я даже сказал, этот щит. Да все тут можно на автобой ставить. Нет, ребят, этот уровень я не потянул. Если бы здесь вместо гоблина был бы, я не знаю, там, железный человек из команды Пегаса, и сама Пегас бы была бы. Ой, Пегас это, Пустельга. Тогда да, мы бы здесь, мы бы здесь их разорвали бы. А так нет. Фига себе, там Минору, вот видел, как она шпарит? Все, мы готовы, просто валяемся, отдупляемся, кайфуем, блин. Так что придется пока здесь делать автопобеду. Ну тут, понятное дело, тут уже ясно, что дальше нам никуда не пройти. Здесь такая же беда. Дальше такая беда будет у всех. Ну ладно, здесь забрали мы награды. Так, что дальше у нас? Магазинчик. Так, а что у нас тут в магазине? Ну тут, в принципе, без разницы, смотря на кого тебе нужны элементы. Дэдпул. Это Серси, Кейдж. И последняя это базовая сфера. Забираем. Так, тут я ничего тратить не буду. Тут разберем. Так, давай тогда заберем свои ежедневки. Так, насколько я понимаю, 5 карточек на Венома сейчас получим. Ну, на вот это вот. Гвенома. Гвеном ее звать же, да? Так. 5 карточек на Гвеном. Дальше с тобой делаем вот это задание. Потом у нас идет, ну, в рейдах. В рейдах выполнить, так, сразиться. Так, уровень 85, давай. Но здесь, по-моему, я встрял.
Да, я здесь встрял и... Мне дальше здесь не пройти. Это нужно знать, когда... А, закончится оно через 12 часов 51 минуту. И так же и здесь, ребята. Хотя нам нужно же просто с тобой сыграть. Ну, просто сыграть, ребята, это не имеет значения, выиграешь ты или нет. Главное, ты просто, чтобы в них побыл. То есть, как минимум нужно 2, максимум, по-моему, нужно 8. Мы еще и победили здесь. Ну да, а вот тут уже, ребят, поражение. Сейчас я отыграю всю энергию. Ну, с этими понятно, что тут нас разнесут. Это к бабке не ходи. Хотя, ты знаешь, у них тут у самих-то уровень 23-й. Не такой же и максимальный, так скажем. Ладно, фиг с ним. 2 рейда я прошел. Забираю здесь награду. Ну, и это все ради ежедневок, ребят. Так, теперь. Кого-то я там прокачивал, прокачивал. И оставалось там совсем чуть-чуть. Только вот я не помню, кого. Так, Халк, у тебя там как? Понятно. Не ведьма, а кто же тогда, блин? Танос, кстати. Танос, но Танос еще дофига надо. Что этого парня качнуть? Кариса этого. Вместе с Серси. Серси я, кстати, тоже сюда где-то недалеко подтянул. Ты помнишь, мы с тобой прокачивали. Так, здесь прокачаем дизлайк. Дизлайк. Так, вроде бы все. Вон она, Серси, где у нас находится. В компании. Автопобеда 36 и 2 по 12. Так, этапы. Золото. Ладно, заберем. Так, у нас еще остается что? 2 события, ребята. Так, а что за теория хаоса? Заработай кучу промо-кредитов. Требуется 5 вакансов с 5 звездами и более. Ну, давай посмотрим. Система защиты, на удивление, уязвима. Следите за всем, что выглядит подозрительно. А разве в этом месте есть хоть что-то неподозрительное? Баку прав. Чем быстрее мы отсюда уйдем, тем лучше. Шури, подключись к сети и посмотри, где здесь находятся красные сферы. Не стоит нам здесь задерживаться. В этом нет необходимости. Я запрограммировал свои перчатки на отслеживание их энергетической сигнатуры. Если верить датчикам, их энергия исходит отовсюду. Осторожно, засада. Так, надо быть посильнее, да? Просто я хотел взять. Ну ладно, давай посмотрим, справимся, в общем, или нет здесь. Чтобы получить кучу промо-кредитов. Да фиг там дадут нам с тобой тут насладиться жизнью.
Как всегда, сейчас звездюлей отгребем по полной программе. Добро пожаловать в мою лабораторию. Мы найдем для вас место в моей армии, как только установим красные сферы в ваши примитивные мозги. Ну вот они, уничтожим клонов и захватим красные сферы. Так. Ну вот так вот они, ребята, себя ведут. Этот уже провокацию влепил. Я про пузыря. Баку, стой на месте. Надо тебя... Давай, Шури. Бомбочку-то он ставит, пусть съешь, по-моему, да? Но вот это вот плохо. Особенно вот этот гаденыш. Блин, ты опять с провокацией, толстопуз несчастный. Кто там этот теперь с провокацией? Давай жабу дави. Железного человека надо уничтожать. Началось, вот началось. У этого такая же, ребят, способность. Да. Мне надо спасать Шури. Потому что у Шури мало здоровья. Выжили. Есть. Друзья мои, отлично. Занятно. В бою с вами я получаю невероятно полезную информацию о том, как улучшить свои творения. Это то, о чем я думаю. Если ты думаешь, что он изучает наш стиль боя, чтобы усилить следующую волну клонов, то да. Усилить следующую волну клонов. Ну... Конечно, хотелось бы больше и лучше промокодов. Ну, и так, в принципе, не... Ну, следующие, конечно, нас не впустят, потому что там, скорее всего, надо с 6 звездными персонажей. Скорее всего, да? Угу. Так оно и есть, ребята. Рекомендуется персонажа 65 уровня со снаряжением категории 10 и способностями уровня 5. То есть у нас таких нет. Поэтому автопобеда на... Так вот. Ну что, Омега? В ад и назад. Сейчас я Омегу получу. И, в принципе, ребята, больше тут нам делать-то и нечего. Ну как Омегу получу? Омегу-то я получил еще вчера. Мне нужно его докачать. Рад видеть тебя в команде, Красная Омега. Потому что у нас уже есть следующее задание. Человек-муравей сообщил, что в микровселенной появилась злобная версия удара. Они крадут частицы Пима и готовятся начать полномасштабную войну с землей Нексус. В микровселенной? Я раздавлю их как крохотных жучков. Удар из Нексуса, я так хотел с вами встретиться. А мне казалось, что вы из хороших. Удар правит миром, ради его же блага. К нам неприменимы понятия добра и зла. И скоро мы будем править и вашим миром, как только соберем нужные частицы Пима. Так. Блин, если сейчас будет Пегас тут, то есть Пустельга, это будет плохо. Против пустельги. Хотя... Чихать мы хотели на эту пустельгу.
согласись. Нам на пустельку. На пустельку. Нам на пустельку посрать. Эй, все на тренировке. Только тут мечи и пушки. И никакой страховки. Так, ребятушки, давай-ка мы вот так, наверное, сделаем для начала. Опа, это пустелька, ребят. Я не успел призвать, она чук, забрала. Вот этого надо ханорика, ребята, бомбить. Дракона. Иначе тут начнет хилять, там, всякую ерунду делать. Вырубишь? Красавчик. А их тут 17 врагов, кстати. А ну-ка давай. Ослабление не кисло пошло. Так, пустельга, наша цель. Это пустельга. Что такое за затишье, такие затихли все, да? Это со своими бомбами тут. Капитан Америку взял провокацию, зря. Мы тоже усилимся. Бабах. Ну что, берем провокацию тогда. Дрожь упала. Так, эти начинают свое, короче. Погнали. Фига он там размахался. У кого провокация? Ни у кого нету? Тогда вот эту вот. Но шершень тоже, ребята, не слабак. Фьюри разобрал их почему-то. Причем на изи. Но там еще один шершень. Давай ему в табло. Так, последняя команда. Опять пустельга здесь, да? Но глобальная зачистка щитом. До свидания, пустельга. Вы выиграли своему миру немного времени, но в итоге мы соберем нужные нам частицы Пима. Почему вы так поступаете? Мы создали удар, чтобы защитить, защищать, а не захватывать. Мне надоело разбираться в кризисных ситуациях и разрешать конфликты. Все стало куда проще, когда я начал управлять всем. То есть там еще и злобный Ник Фьюри, да? Там хороший, там есть злой. А вот о чем я и говорил, ребята. 200 карточек на Омегу. То есть если мы сейчас пройдем с тобой, если нам дадут пройти последнее событие, хотя я сомневаюсь, там 7 звезд нужно, мы бы с тобой бы получили бы... фулового, именно по звездам. Ну-ка. Да, друзья мои, тут нам надо вон что. Тут нужно. Тут. Тут. То есть. Ну, на одно улучшение у нас все-таки есть. Для красной Омеги. Я, правда, не помню. Он где-то там внизу, по-моему. А, Мария Хилл. Получила звездочку. Вот она, Мега. Тем не менее, 6 звезд у него есть. Надевай, надевай. Вот получается, что Адам Уорлок у нас
и Омега. Их обоих надо как-то поднимать. Адам Уорлок, он в какой, ребята, команде идет? Не помните? В какой команде он? Ну, с кем он идет в команде? Блин, Гоблина жалко не получил. Не успел, ребят. Очень жаль. Хотелось, конечно, но ишь. Не фартануло, да? Команда Халка, блин. Ну я вообще-то, насколько я помню, ребята, хотел еще себе Серси докачать. Серси у нас. Или вот этого, кстати, подростка Локи тоже надо прокачивать, ребят. Биврёс там, по-моему, он идет в команде. То есть выбор, либо команда Серси. Ну, Серси и Икарис, это, получается, вечные, да? Либо Биврёс. Но в Биврёсте дохрена персонажа, а вечных они вдвоем. То есть там... Так я уже не помню, здесь, по-моему, да? Нет, не здесь. Все никак не могу запомнить. Пересмешница. Кстати, тоже неплохая девочка. Блин, вот здесь бы, конечно, бы я бы с удовольствием бы поиграл, но, ребят, никак мне. Хотя, подожди, может быть уже кто-то появился у нас. Сейчас гляну по команде, ребят. Нет. Команда дрищей как была, так дрищей осталось. 36-й, у нас только тут этот, сотка, и все. Не, ребят, эта команда никуда не годится. А надо бы, по идее, проходить этот Doom. Кто у них тут? Ага. Здесь у них красный череп Локи. Так, здесь, значит, один только персонаж. Это Немор. И все? Немор. Вот тут Ника Минору, да? А этой, по-моему, девчульки-то у меня нету, если я не ошибаюсь, ребята. Она, по-моему, у меня до сих пор не открыта. Ну-ка, подожди, посмотрим. А, нет, для повышения ранга. Значит, открыта. А где же тогда Серси-то? В какой... А, подожди. Это Стрэндж кровожадный. Или вот этой у меня нету. Для вербовки персонажа. Вот, ребята. Вот теперь мы ее можем завербовать. Теперь у меня этот персонаж есть. Могучий Тор. Избиение молотом и осколки Мьёльнира. Джейн Фостер, также известна как Могучий Тор, была избрана Мьёльниром, чтобы разрывать врагов со слепительной молнией и давать готовность героям детей Асгарда. Наносит основной цели 80% проникающего урона. Во время войны эта атака игнорирует усиление защиты. Это у нас избиение молотом. Наносит основной цели 130% проникающего урона. Наносит всем ближайшим целям 80% проникающего урона. Во время войны игнорирует усиление защиты. То есть она... игнорирует всю защиту, которую ставит противник. То есть броню и тому подобное, да? И сразу Е32 уровень. С бардского плеча, так скажем. И улучшение на стандартный 4 уровень.
И получает она оседлать молнию. Наносит всем врагам 130% проникающего урона. То есть у нее массовые какие-то все атаки, ребят. Шутить с ней особо не хочется. Ну что же, зато серия не зря была снята, ребята. Мы с вами открыли... Вот она, Серсия. Ну нормально так, по 16. Если бы каждый раз бы так давали, мы бы быстренько ее качнули. Нам бы хотя бы ее приравнять к Икарису. И все было бы нормально, ребят. Ну, эпик компании, опять же, ребята, пока. Тихо ждем в сторонке, потому что у нас не хватает персонажей, еще раз говорю. Нужен Магнета, нужен Черный Гром. Кстати, может быть, нам действительно их уже прокачивать, а не кого-то там. Магнета, Черный Гром. Черного Грома я заколебаюсь, честно говоря, качать. Магнета. Ему нужен 65 уровень. Так, 65 уровень это нужно только для категории следующей, а так-то ему надо хрен его знает сколько, целую кучу. Магнета и Черный Гром, да? А Черному Грому не хватает... Какого уровня? 60-го. Опять же, это всего лишь на 11. То есть долго мне качать придется. Да успокойся ты, господи. Ну закрой ты это все. Ну что, ребята, в принципе, на этом можно будет и закругляться. Все равно нам больше здесь делать нечего. Ничего нам здесь не дадут. Ни на какое событие меня не... Ну, не то, что даже не пустят. Я его просто не потяну. Все, что у нас доступно, я везде слабенький. Сейчас вот дозабираю, дозабираю здесь все, что осталось. Так, что там? Я, честно говоря, думал, что, ребята, успею все-таки гоблина этого получить. 15 карточек. Ага, а на самом деле не успел. И он не выпадает почему-то по рандому. Понимаешь? Такую бредятину дают, а. Да это три этапа, это... Сколько тут у нас? 385, а нам нужно 500, по-моему, или 600 даже, чтобы открыть. Ты посмотри, сколько тут нужно будет впустую пройти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Только на девятом дается, ребята, и то по пятере. И вот тут гоблин. На 15-м. Вот, если бы я вот это получил, я бы сразу бы открыл бы себе гоблина. 750, нифига себе. Ну, ты до сюда, называется, доберись. Собирай сферы хладнокровия. А, подожди, а что за сферы хладнокровия? Ну, эти банки он имеет в виду, что ли? Вот эти вот? Нет, подожди. Собирай сферы хладнокровия. Получение фрагмент. Как получить? Что-то не могу понять. Какие сферы хладнокровия это?
Так они у нас только за что идут? Они у нас идут только за башню. Ладно, за башню идут, блин. Я в этой башне, как, я не знаю, ничего там сделать не могу толком. Ты же видел, блин, на 100 тысяч мы сильнее противника, он нас просто вырубает. На 100 тысяч. То есть это не на 5 тысяч, не на 10, на 100. Даже возьмем, даже на 80, на 50, все равно, ребята, вырубает нас. Как бы, ну, чит, как вы сказали тогда на стриме. Чит команда, действительно против нее не выстоит. Да что такое, задолбался уже забирать все время. Забирай, забирай, что-то новое что-то появляется. Забирай, они появляются новые. Ну что там за сфера, блин, показывай давай. Все, все, все. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.